Да, если ты иммигрант, тебе тяжело. И в Америке тебе будет тяжело. Да. Если ты не родился в той стране, тебе будет всегда тяжело. Это факт, это понятно, это так природой устроено, заложено. Но это же не значит, что надо хаять Америку и сравнивать ее с Россией. Россия и Америка – это как небо и земля. Да, тяжело в Америке, не надо ее там прямо отбеливать. Но Америка не заставляет тебя врать. В мелочах даже. Ладно, может быть, он там трындел, что когда он работал где-то в газете в Америке, его заставляли хвалить американские машины, а порочить японские. Его стало, он стал возмущаться. Это же несправедливо. Скажи мне, поздно, что справедливо в твоем Советском Союзе? Какая справедливость? То, что твои эти самые премьер, как они сказать по-русски, которые сидели не в Раде, как оно называлось, жрали немецкие конфеты или какие чехословацкий шоколад и рассказывали, как хорошо, ну, какой хороший у нас шоколад. Это не вранье, да это мелочное, паскудное вранье еще хуже, чем то вранье, которое там тебе говорили. Ты должен рекламировать американские машины, а японские машины. Чи не правдолюб, держите меня. Мамзер ты был и есть на всю жизнь будешь. Мамзер.